Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freeze and Games. У нас неожиданная игра, она старая, меня давно о ней просили, но что-то в последнее время прям закидали вообще комментариями, в личку, везде. Пройди, My Summer Car, пройди, игра прям пушка, бомба, огонь, космос. Думаю, ну ладно. У меня мод установлен, какой-то MC Loader, MC Loader. Короче, это только для того, чтобы получить русский язык. Что я здесь могу? Я могу выбрать цвет, соответственно, своей красотки. Ой, какой желтенький мне нравится, честно говоря. Белый, ну белый... Да, нет. Блин, ну это на москвич похоже. Давай, на москвиче погоняем. Что ты хочешь от меня? Сукуними... А, Ластнамы. Ластнамы это последнее имя, это имя имеется в виду, да? А на русском можно писать? Роман. Окей, а Фирснамы это фамилия. Чё бы написать? Как есть написать? Ну, давай как есть напишем. Хорошо, это у нас номер лицензионный, я его поменять не могу. Оливье Скан Фалисман. Не знаю, что это... Что такое? Что-то включено, отключено, категория U-Pictures. Это насрать. Начать, поехали. Так, это что? Да я подсматриваю что-то? Что это такое? И вот этого MC Loader, она отсюда не уберется, что ли? Что происходит? А, это я родился! Так, я родился в машине. А, кстати, вот в этой своей машинке, да, очень хорошо родился. А как я могу здесь... Как мне это отключить? Как мне это отключить? Финляндия, 1976... Блин, я фамилию с именем перепутал местами. Ну ладно, что теперь... Как мне убрать, чтобы у меня не отображалось вот это вот... конфигурация... А, во! Все, окей. Нет. Короче... Нормально. Вот это, короче, MC Loader будет отображаться. Финляндия 1976-го Петриченко родился. Родился, где родился, там и пригодился, как говорится. Как мне... Блин, вот эта консоль, кстати, меня немного бесит, если честно. Здесь никакого управления нету, да, вот этими вот консолями? Ну ладно, пусть будет. Потом, может быть, где-нибудь в комментариях прочитаю или еще что-нибудь. Насрать. Как долго я буду ехать? Это загрузка сейчас идет или что это? А, это загрузка. Загрузка 1995 года. Хорошо, 1995. Как быстро время летит. Все? Игры не будет? Поиграли? Не, слушай, что-то грузится. Ага. Так. Смертный, понедельник, жажда, голод, стресс, нужда, усталость, гигиена, бабло, шлем. А на какую кнопку взять? Что? А как снять? Как мне... Что? Что происходит? Как мне снять этот шлем? Есть какие-то кнопки управления? Так, графика. Свечение, отражение, солнечные лучи, HDR, тряска при ходьбе, не надо, дальность прорисовки, да это мне не надо. Где управление игроком? Во! Закручивать болты, регулировать, взять, отпустить, собрать, бросить, разобрать. А где тут шлем? Ну я вот хочу шлем снять.
Походу, я не сниму больше шлем никогда. Ладно, хорошо. Будем ходить тогда постоянно в шлеме. А где-то чувствительность мыши. Вот. Так. На 21. Очко. 22. Насрать. Нормально. Ага. Так, свет у меня есть. Хорошо. Мобила. А есть какие-то задания? Мне... Что мне тут вообще надо делать? Ой, пивчантус. Блокнот. Пустой. Хорошо. Как мне шлем снять? Так, это моя еда. То есть голоду я не помру. Шикарно. Это кладовка. Это, соответственно, стиралка. Этот стиральный порошок я вижу. Это куда? Это что-то типа а-ля душ. Сауна? А, ну я в Финляндии. Финская сауна, окей. Так, хорошо, допустим. Я фин, у каждого фина должна быть, соответственно... Так, выход, это задний двор. Так, допустим. Да ети же, пассатижи, как мне шлем-то снять? Инвентарь есть? И нету. Тап, нет. Это тоже нет. Сел, лег. Допустим. А, смотри, прыжок, бег, режим вождения, ретурн, приближение, левый контроль, присесть, наклониться, наклон вправо, ругаться. Какого черта? Так, окей, я умею ругаться. Толкать палец. В смысле, какой палец? А, ты реально бородавка нахуй... Чего? Я не виноват. Перезагрузить скин F5. Не работает F5. Перезагрузить скин не работает. Ладно, хорошо, ну, придется в шлеме ходить. Так, ты что у меня такое? А, ты кладовка, ладно. Допустим, я умею бегать. Это моя комната, здесь я проснулся. Это моя гостиная, здесь телевизор. Это вот это все. Это куда? Это спальня еще одна для кого? А что закрыто? Закрыто, странно. То есть кто-то со мной живет? Дискета. А зачем мне дискета? Тут компьютера нет. Туалет. Что? Сохранить и выйти в меню? Через туалет? Ладно. А как вообще из дома выйти? Должен же быть выход. Как выйти на задний двор, я уже понял. А как выйти на передний двор? Это задний двор, подожди. Если это задний, значит передний должен быть где-то... А, вот он. О-о-о. Это грусть-печаль, конечно. Мне надо машину собрать. Да, в шлеме это будет делать неудобно. Ты что такое? Ты типа а-ля карта местности. Снять... А, о, снять шлем. Фух. Я спасен. Меховые кубики. Но это по-любому в машину мне, естественно. Никто не звонит. Не звонит, не звонит. А так у меня задания-то вообще никакого нет. То есть я в целом что хочу, то и ворочу или что? Зачем руки? Есть где-то что-то типа ругаться, толкать, мочиться, автостоп, курить, бамбук использовать, перезагрузить, включить зеркала, настройка ТВ-камеры, вращать предмет, регулировать натяжение. Ну ладно, хоть не напряжение. Вообще ничего не понятно. Что мне делать-то в этой игре? То есть я, получается, живу как живу? Так, окей, я где-то живу. Ладно, хорошо, допустим. Вот есть моя колымашка. А как мне ее... Ты умеешь толкать?
Подожди, здесь там уже была кнопка толкать. Вот, же, толкать же. А он не толкает, он наверх лезет. Он не толкает. Или какая-то... А, слушай, а может быть... Подожди. Е? Нет, он не толкает. Прям ни разу не толкают. Ладно, хорошо. Ну, давай с задней части начнем. Мне просто надо собрать... Цель собрать машину. Етижа, пассатижа, ядрёна батона. Левый задний фонарь. Левый. Левый имеется в виду водительский или пассажирский? Тихо. Где это было? Ага. Все-таки левый это водительский. Окей, допустим. Интересно, что задания никакого нет. Каталог запчастей. Мне интересно. Судя по всему, у меня тут все запчасти есть, поэтому нет никакого смысла мне от этого каталога. Хотя, если есть каталог, то, возможно, какой-то запчасти может и не хватить. Так, есть. В багажник. Что-то должно быть постелено в багажнике. Типа ковролин, не ковролин. Что тут есть? Это типа, наверное, бак. Бензобак. Но он где-то с днища. Твою мать. Двигатель прям по лохмотьям разобрали. Прям по кускам. О! Брызговички. Хуя себе, что нашел. Задний левый брызговик. Пойдем. Это я прям да. Так. Куда его поставить? Отлично. Да, да ты смотри, я уже почти собрал. Теперь мне нужен задний правый. А, передний правый, задний правый. Иди сюда. Считай, готова машина уже. Во. Так, а задний бампер? Есть у меня такая приблуда, как задний бампер? Подожди, стой. А их крутить-то болты никак не надо прикручивать? Вот я установил этот. Фонари-то, брызговики, их никак крутить не надо? Что у меня тут есть? Фонарь, приборная панель. О, набор гаечных ключей. А как мне какой-то из этих ключей взять? Нет, подожди. Не, а как мне один из ключей-то выбрать? Е? П? Как все сложно! Закручивать болты управления мышкой. А, на колесико, что ли? Как взять ключ, алло? Так он не берется. Я могу только закрыть его. Да пошел ты... Собака. О. Что написано? Опустите домкрат для перемещения. Так, это поднять, это опустить. До упора для перемещения. Так я допустил его до упора для перемещения. Как его, сука? Я понял. А у меня один только домкрат. Есть еще парочка? Иди же, пассатижа.
Какой домкрат хороший. Попадать только как-то проблематично, честно говоря. Все? Нет еще. А, ну в целом, да, нормально. Нормально, я так и хотел. Но домкрат, судя по всему, у меня один. Окей, передний бампер, задний бампер взял. Задний бампер взял. Так-то надо по сторонам, наверное, собирать. Куда его? А он у меня не хочет лепиться. О, тихо. Где? Не очевидно, но ладно. Так, хорошо. Так, а неужели его прикручивать никак не надо? Тут не болт... Вот болты! А как мне крутить-то? Ключ не берется. Не берется ключ. Я могу только закрывать и открывать набор гаечных ключей. Он чисто для виду тут создан. Или он как-то все-таки работает? Ой, как сложно. Освещение, стеклоочиститель. А, это управление машиной. Это вообще что-то непонятное. Return. Бег, прыжок, использовать фы. А может, режим рук. А, вот, режим инструмента, ёб твою мать. Во. Нет. А как мне теперь его обратно? 12-й. Ебать! А как так получилось? А как мне... 10-й. Не, подожди, стой. Подожди. Сейчас, родная, сейчас сделаю я тебя. Если я найду, как тебя на место поставить. А что происходит? Так, где ключ? Какой тебе ключ-то нужен? Нет? То есть нужный ключ будет подсвечиваться. Ага. Так, а фары точно? Может, каким-нибудь маленьким ключиком все-таки синим им? Нет? Фары там есть? Нет? 6-й? Слушай, фары, наверное, не держатся ни на каких болтах. Не, ну я не вижу здесь ничего. Так, ладно, хорошо, закрепил. Закрепил, красавчик смог. Ну, давай тогда, наверное, подвеску заднюю собирать. Задняя подвеска. Ты что такое? Подрамник. И подрамник это что-то переднее. Или задний подрамник тоже бывает. Я же вообще не бельмесы. Бензобак. Давай бензобак поставим. Инфа сотка, что сзади должен быть бензобак. Ну смотри, я вот так только... Оп. О! Хорош, я поставил бензобак. Болты. Болты, нужен какой-то ключ. Давай возьмем ключ на 9. Я, кстати, болтов не вижу. А, нет, вот есть болты. Бляха, ну надо это... Надо как-то подпихнуть ее туда поближе.
к яме. Десятый нет. Одиннадцатый. Да, одиннадцатый. Твою мать. Я так буду очень долго собирать. Вообще мне напоминает это Car Mechanic Simulator. Только там нет показателей по жажде, голоду и всему остальному. Что-то еще здесь, вот еще. Так, по наитию. А можно вызвать эвакуатор как-то машины? Надо-то колеса. Судя по всему, болтов больше нет. Давай колеса искать. Это все херня полнейшая. Без колес мы ничего не сделаем. Где колеса? Колес нету. А что случилось с фонариком? Да так работают? А! Ну он почему-то не работает. Хорошо, отстань ты. Так, допустим. О, диски. Куда? Не-не-не-не-не! Я не хочу! Иди же, пассатижа. Я не хочу этого! Как мне отказаться? Фух, деньги не сняли. Так, ладно. Колеса, где колеса? Ну, значит, где-то валяются. Где еще колеса могут быть? Что это за звуки? О! Мопедка. Войти в режим вождения. Как? Кикстартер. А что не заводится? Заглуши двигатель. А я его еще не завел, как? Подожди. Бензин. Твою мать. А тут есть бензин? Канистра для бензина. Но это не значит, что там есть бензин. То, что есть канистра для бензина, это не означает, что там есть бензин. Тихо. Бляха, да серьезно? Так она... Он не работает. Я нажимаю на фы, он не работает. Там даже ничего не булькает. Там, наверное, нет бензина вообще в целом. Подожди, подожди. Где режим вождения-то? Как тебя? Что-то я как-то криво сел. Видишь, он не открывает бачок. Он не открывает бак. А я могу пересесть? Очень неудобно я сел. Подожди. О. Это заглушить. Что-то здесь не так. Его тоже, что ли, ремонтировать надо? О. Как все сложно. Так, это я типа сел. Так, сел, окей. Как это говно работает?
Драйвинг, брейк, клатч кей, диджитал педальс, аналог педальс, ассист стиринг, что? Венихал, ручник, нейтралька, гирбокс, освещение, стеклоочистители, поворотники, автоосвещение, H-образный КПП, брейкс. Канистра для бензина. Да, она не... Серьезно? О! А как скорость тут? Как скорость? А, вот так. R. Почему скорость это не переключ... Потому что они не назначены. Один... Реверс. А, вот же передача, пляха. Сброс управления, да. Вот, передача вверх-вниз. Что случилось? А что случилось-то? Так, хорошо. Да чё ж ты глохнешь-то? Куда ехать? Хера, ветер в харю, я хуярю. Так, я сейчас... А, на нейтральку надо... Все, я понял. На нейтральку, короче, надо ставить, чтобы он не глох. Хорошо, допустим. Я куда-то доехал. Лодка. Почему я идти не могу? А, вот все. Так, я хочу пить. Жажда мучает, пить хочу, не могу. Прости, я не хотел. Так, смотри, подножку. Я не могу попасть на подножку. А, хуй с ним, так пойдет. Так, нет, я без на подножке не могу, оказывается, ездить. Как тебя снять? Окей. Все, поехали. Брым-брым-брым. Брым-брым. Надо было, наверное, шлем одеть. Так, хорошо. Попить. Ну, дома Певчанский есть. Бляха, как громко мопедка работает. Охереть не встать. Так, а если я поеду сюда... Надо по территории пойти, ознакомиться, что у меня тут с территорией травится. Чьи-то почтовые ящики. Так, а что, соседей у меня нет? Тут вообще есть непись какая-нибудь? О, трактор. Да тут ничего себе территория-то.
Так, давай на второй попробуем поехать. Ну-ка, подожди. Да, ну ладно тебе. А, так тут не... А, это не интерактивно, это не настоящее. Допустим. Поехали, дружище. Брум-брум-брум-брум. Подгазовывать надо. Что это сейчас было? Упал? Ну, ладно, надо поаккуратней. Но у меня здоровья здесь особо нет, поэтому как бы насрать, упал, упал. Упал, встал, отряхнулся, пошел дальше. Так, есть тут трактор. Да что такое? Почему я падаю? Сильно наклонился, что ли? Ну, это прям симулятор-симулятор. О, а вот, кстати... Подожди, заглохни. Так, ну это колесо я явно взять не могу. Ага. Ага. Это все не мое. О. Чит. Праздничный подарок. Подаренные деньги. Турбо. Шильдик турбо. Водка. Ну, жажду утолим заодно. Хера я жажду утолил. Вот это явно утолялся. Так подожди, а как мне теперь турбо забрать? Она... Это же по-любому на мою машинку. Все. А где мой дом? Вот это мой дом, да? Да, это мой дом. А это я соседа, получается, только что гопнул. Блин, ну сосед. Ты, конечно, меня прости. Воу, что-то у меня турбо куда-то поплыло. А где, куда? Вот оно. От это меня плющит, конечно. Блин, не надо было пить водку. Надо пойти пивом опохмелиться. Так, а вот этот шильдик, он же куда? Он же на машину должен, по идее, где-то сзади ставиться. А, может еще сбоку, кстати. А, так он на крышку багажника, твою мать. Подожди, а есть что-нибудь попить? Водички из-под крана. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, подожди, это спальня. Кто так криво комнаты расположил? Тоже спальня. Слушай, меня укачало, если честно. Вот это кухня. Так, окей. А как воды попить? Как мне... А я вообще могу отсюда воды попить? Может, кружечка нужна? Мухи летают. Ядрёна батона, кочерыжка, чтоб тебя собака... Он не пьет воду из-под крана. Я вот нажимаю «фы». Он не пьет воду из-под крана. Подожди, а как... Здесь нет кнопки «пить». А где мне тогда воду брать? Ладно, пойдем на свежий воздух подышим.
Ну, на мопедке мне сейчас явно ехать нельзя. Что, на мопедке поеду, убьюсь к херам. А, это тупик. Твою мать. А есть карта? Я понял. Это детальный ответ на мой вопрос. Тут в целом все. А, так подожди, вот же карта. Чью я туплю? Так, я, получается, нахожусь вот здесь, на полуострове на этом. Копать меня шторит. Блин, меня сейчас тошнит. У меня есть лодка. Вот здесь есть остров какой-то. И там что-то типа... Деревня, не деревня. Блин, я не могу на лодке в таком состоянии плыть. Я ж разобьюсь к херам. Как мне воду-то здесь пить, в конце концов? Ну неужели нельзя воды? А, в холодильнике, кстати. Так, ты что такое? О, молоко. Ты чё бросил-то? Ну, свинота, бляха. Так, подожди. Я сейчас... Как сложно быть пьяным. А есть интересный где-нибудь симулятор алкаша? А где-то я видел мусорное ведро. А, вот оно. Ты мусорное ведро? Куда ты? Слушай, ты как? Все нормально. Хорошо. Я немного попил денег у меня. Ну, деньги-то есть. Бляха, как мне отрезать? А, пойти... Алло! Здравствуйте, это Сима и журнал «Партнер». Представляю вам отличное предложение. Совсем немного денег за новую подписку. Как смотрите на это? Ты мне денег заплатишь за подписку или я тебе? Я не понял, что он хочет. Я в душ. Если я его найду, туалет. Душ у меня где-то был здесь. Блин, у меня в животе реально это крутит, вертит. Да включись! Ёб твою мать. Помогите! Помогите, спасите! А, нет. О! Так, гигиена, хорошо. Гигиена, хорошо. Но меня это не отрезвило. Так, ну тогда, наверное, спать. Хорошо. Алло! Зачем вы мне звоните? Звоните. Прекращай. Да ты проснешься сегодня, нет вообще? А, я проснулся! Как это я проснулся? Я ничего не вижу. Так, вот окно. Вот это, по идее, дверь, да? Нет, это не дверь. А, это, наверное, шкаф. Ах, ничего не видно вообще. Бля, как обратно лечь спать?
Где кровать? Я не могу лечь спать обратно? Здравствуйте. Где-то тут был белый выключатель. Кто-нибудь его видит? Спасите, помогите! Так, я куда-то вышел. Это что, это дверь закрыть? А есть хоть один выключатель в этом доме? Не, ну они есть. А я могу как-то на него наткнуться? О, это кухня. Так, холодильник, окей, хоть какой-то свет. Что? Где? А чё это? Чё меня так трясёт? Не ленись, кто-то закажет дрова. Почини старую машину отца и отвези её, или отвези её на свалку. Сейчас это кузов посреди кучи запчастей. Отец сказал, что если ты её починишь и пройдёшь техосмотр, то можешь оставить её себе. Можешь одолжить фургон дяде, если тебе нужно куда-то съездить. Если будешь в коттедже, то перед уходом убедись, что огонь в камине и сауне погас. Не напивайся и уберись, если намусоришь. Мы вернёмся в Финляндию, когда на Тене... Что? На Тенерифе станет скучно, твои мама и папа. Так, я хочу есть. Это что такое? Макароны. Ам. А как мне по... Так, это единственный способ, как я нашел попить пока что. Бля, хорошо, что бутылки не бьются. А чем меня так Кондратит-то? Это я настолько сильно насвинячился, что ли? Да ладно. Нормально же все было. Нужда, усталость. Как здесь лечь спать? Обратно хочу лечь спать. В этой комнате я не могу спать, только в своей, да? А хер там, я вообще спать не могу, я не устал. Ой, жизнь тяжелая. А здесь есть свет в гараже? В гараже свет... О, фонарь, точно. Да, круто, он не работает. Охуенный фонарь. Я, кстати, не успел еще на телефон ответить. Какой-то мудак мне ночью звонил. Слушай, я не верю, что нельзя из-под крана пить. Где? Что? Подожди. А, надо просто башку туда засунуть, ёб твою мать. Так бы сразу и сказали. Так, нужда. Нужда это пописить. Пописить это пи. Логично. Как сложно живется. Я не понимаю, это симулятор чего? My summer car переводится как моя летняя машина. Сохранить, выйти, сохранение. А зачем мне сразу выходить? Там можно просто сохраниться без выхода. Загрузка меню. Зачем мне в меню-то сразу? Ой, как сложно это все. Иди же, пассати же. Не, на самом деле интересно, просто ни хрена не понятно. Во-первых, нельзя пить водку, потому что сразу день на смарку. И на следующий день, вон я...
Что это за звуки? Моя машина на месте. А, напился водки и все, и считай день на смарку. Я не понимаю, что мне делать. Да и ночью ничего сделать не могу. Еще и звонок пропустил. И спать мне не дают. У меня есть что в шкафу? Ничего нет. Ночью я работать тоже, получается, машину собирать не могу. У меня еда заканчивается. У меня там осталось. Я сожрал макароны, молоко. Что у меня? Сосиски и пицца. Ну, пиво еще до жопы. А, слушай, я придумал себе занятие. Я могу на лодке же куда-нибудь поплыть. На улице светлее, чем в доме. Ну так хотя бы посмотрим, чё, кого, куда. Да, ты хуй в пизде, конечно. О, меня, кстати, перестало колдофуфить. Это хорошо. Ой, там где-то кто-то плавает. Войти в режим вождения, да. И где что? Как это? Ух! Копать я попёр. Куда ехать-то? А он, братишка, какой-то плавает. Слушай, здесь есть лодка, так, наверное, здесь и рыба есть. Там что-то вдалеке. Я ничего не вижу. Это что, остров какой-то? А, да, там был на карте, кстати, какой-то островок. Ну, по крайней мере, это единственное, что я вижу. Так, какая тут еще скорость есть? А я другую передачу не могу воткнуть. Или это не остров? Да не, вроде остров. О, нифига там постройка здоровенная. Там, кстати, дома тоже есть, там дома. То есть я тут в целом-то не один. А чё только первая-то скорость? Давай мне другую. Выбор передачи. Заглушить. Подожди, я же на лодке. Какая тут нахер передача может быть? Самака, самака. Да, но скорость, конечно. Хотя вроде смотришь, нормально шпарим. Блин, а откуда я выплыл-то? Твою мать. Ну я выплыл, получается, чуть-чуть буквально прямо проплыл и сразу потом... Голод! А чё, я так долго плыву, да? У меня ж голод-то было все нормально. А я могу здесь умереть? О, вот дом есть. Может, меня там угостят чем-нибудь? Не угостят, так я сворую. Не, ну будем надеяться. Меня до сих пор колдофуфит. До причала далеко плыть. Давай где-нибудь здесь остановимся. Ага. Так, соседи, дайте, пожалуйста, мне чего-нибудь покушать. Стучи. О.
Открыть крышку. Пакет с фейерверками. Кружка для кофе. Нахер мне ваш пакет с фейерверками? И чё? Сауна. Круто. Я сейчас сдохну, вы мне сауну предлагаете. Закрыть крышку. Камера. Поджечь. А жрать-то тут и нечего. Круто. С другой стороны, я как раз сохранился перед этим приключением. То есть, по сути, даже если что-то и случится... Не-не-не, сейчас я сохраняться не буду. Я просто буду знать, что здесь есть домик. О, колонка. Дрова. Колонка и дрова. Спать. Так я если сейчас спать лягу, я сдохну. Да ведь? А иначе зачем тут сделан голод? Поленница, судя по всему. Крышка от ведра. Что-то за ведро какое-то странное. Не, серьезно, а что это за ведро такое? Хм. Интересно. И все, тут больше ничего нет? Ну, такое себе, конечно, местечко. Подожди. А это не дача, про которую мне в записке писали? Что это такое? Ловушка для рыбы. Это так работает? Но там рыбы нет. Не, рыбы нет. А, наверное, какое-то время... Или, может, поглубже надо отнести. А я вообще могу в воду заходить? Ага. Блин, ну я сейчас реально сдохну. Если тут можно умереть, то я точно это сделаю. Пить хочу, пойдем попьем. Из колонки-то можно, надеюсь, пить? Как ты работаешь, мать? Где ты? О, спасибо. Ну, по крайней мере, от жажды я здесь точно не помру. Насчет всего остального крайне не уверен. Слушай, либо я не туда поставил вот эту ловушку. Имеется в виду, что мелкая глубина. Либо здесь надо какое-то продолжительное время. Но рыбы здесь нет, и до ловушки я теперь добраться... А, нет, могу. Но, наверное, раз здесь есть лодка, то это надо ставить куда-то посередине озера. По идее. Так, ладно. Давай мы тогда лучше, знаешь, что сделаем? Мы оставим то наше сохранение, ведь оно же там, где я тогда в туалете был, да? То есть мы нашли, получается, дачу. На лодке можно доплыть до дачи, там можно найти рыбную сетку, соответственно, ловить рыбу. Да, все, я здесь сохранился. Окей, тогда в следующий раз отсюда и начнем.
На этом пока у меня все. Подписывайся на YouTube канал, на Telegram канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.